в желтом каком-то песке, видишь? Угу. Желтый песок, во. Это вся машина. Это буря из Узбекистана. Вся машина, небо, посмотри какое, я не Сахары знаю. У нас уже на было... видео. А теперь из Ну, желтое небо, но на видео оно не такое желтое. Вся посыпана песочком такая. А это что? А это кто мне тут дотронулся? Вся в песочке. Офигеть. Офигеть. Что вам кажется? Всем привет. Всем привет. Ну, рассказы. Чем мы в таком виде? В машине можно снять, конечно, да? Ты нас не узнаешь. Ну, снимал. Такая маска тоже есть. Короче, что там у вас? Вот было время, да, мы ходили в масках? Можно было ховаться. Сегодня Украину накрыла пыльная буря. По одной из версий, то, что нам рассказывают, это песок из Узбекистана. В общем, из пустыни Сахары у нас уже был, теперь из Каракума. Да? Там хрен его знает. Вот. Каракум там пустыня. Так что, правда? Почему? У меня вопрос один. Блин, это капец, капот какой-то, посмотри. В песке. И мы как будто бы в пустыне с этими. С каракумом. Блин, с этими. С верблюдами. Проехались по пустыне, покатались. Экскурсия по пустыне. Что-то мне вот это так слабо верится. Почему раньше такого не было? Ага. Пыльные бури. Ну и... До войны было такое? Что-то я ни разу не помню. Значит, на сейчас, это уже вторая половина дня, 70% за... Или мы не обращали внимания раньше? А? 70% загрязнения. Раньше, наверное, не могли это предсказать, а в новостях, видать, не рекомендовано было говорить. Просто думали, что, наверное, ветер дует, деревья качаются, и песок поднимается. Друзья, друзья наши общие и всех по сегодня же веры, надежды, любови. Мы вас поздравляем, девчата, с... У вас сегодня у кого именины? И Софии. Именины у Кристины. Сони, Софьи. И знаешь еще что? Что? Не то, что это важно, а из этих троих вера, надежда и любовь. Самое главное – любовь. Угу. Вера, Алло. Надежда. Какое небо, вообще какое все в тумане. В очках еще как-то, кстати, очки очищают. Это вообще капец. Мы как в пустыне живем. Ребята, где пустыня, где мы? О чем вообще? Что это за пыль? Дым. Не дым, как дымка, только желтая. Ну, реально, оно же видно, что она такая вот, да? На мойке работает. Как будто бы буря в пустыне, капец. Ну это в Украине, я не знаю. Что происходит? Или правда, или может так меняется вообще климат, что мы живем, извините, сегодня, грубо говоря, завтра октябрь, сегодня 30-е. Мы жарищек такая, ну как будто реально в пустыне, да? Ну и дело в том, что вот эти же праздники перенесли. Покрова 14 числа было, помните, как на Покрову ревидівка, як корова. И что же перенесли, что и погода поменялась? Ну, друзья, ну на Покрову всегда снег мог выпасть потом, 15 октября. Покрова это 14, 13, 14. 14-го, это было уже холодно. Потому что уже до 14-го собирали уже в селах весь урожай, и там одни буряки оставались. И начинали свадьбы играть. Mm-hmm. И что, говорят, а если там девочки не засыпают? Да? После покровые. Mm-hmm. Период свадеб всегда раньше был. Это вот после, никто летом не играл. Или там все же, там жнива была, убирали, собирали. Ну, понятно. Ну, понимаешь? Поля, огороды. Обычаи такие были у славянских народов, да. А покрова послезавтра. Очень Какого? Тепло. А, уже по-новому? Ну, ты же уже по-новому, на две недели раньше. Жили, не тужили.
все очень сильно запутали нам мозги вообще по полной, да, уже. Я сегодня спрашиваю на работе у своих посетителей, они говорят, мы будем 14-го отмечать. Ну это ж тяжело тебе, ну как, ты всю жизнь прожил, особенно твои посетители, которым по 70-80 лет. Ну и по 50, и по 60, и по 85, да. Просто сейчас, мы говорили, ускоряется. Сейчас в сутках уже не 16 часов, а уже 12 даже. Уже про это говорят. Только мы, встал... Главное, чтобы мы так не... Ну, поэтому и молодо мы выглядят стареем, люди, да. Поэтому... Загадка раскрыта. Поэтому людям, да, и тебе, типа, календарные 50, а чувствуешь себя на 40, да? Да. В лучшем случае. Просто что мы ничего не успеваем. Только ну, в душе, себе. Может быть. Нет, все правильно. В душе, ну, в душе, наверное, и 80 ты чувствуешь себя. Вот я с дедом, с дядькой у тебя на работе общался, ему 80 сколько? Два, это Сергей Петрович, да. Ты шо красавец, дед, вообще. Вот это дед уже, а то, как пишут некоторые на меня, дед. Друзья, дед это 80 лет, мой папа 75 лет, дед. Вот это дед, когда будет мне, будешь ты меня дедом обзывать? Рано, рано еще. Ну, дед, в смысле, что у меня внучка есть, ну так и шо. А если мне 15, ой, здесь деды и в 40 лет становятся, да? Как одну какую-то семейку помню, что у них там вообще, как сказать, традиционно все в 14-15 лет рожают. И вот представь, бабушка, ну все там, она родила, потом ее дочка в 15 лет, потом внучка в 15 лет. Ну да, они в 35, вот считай, 45 уже внучка родила. Ей 45, да, 15, 30 она стала бабушкой. 45 она уже прабабушка. Ой, правильно я сказал? Правильно. 15 она родила, 50. В 30 у нее ее дочка родила, она стала бабушкой. А в 45 она прабабушка. Может, капец, ну куда прабабушка? Суть же, когда люди пишут в комментариях, они же пишут дедом обзывать. Это же как бы хотят меня зацепить, обозвать, ну, типа это обзывательство. Что там про комментарии еще? Мы вчера есть? Хорошо так на природе побывали, раздетые в одних трусах практически. Да я загорел вчера. И я загорела в майке. Вот Наташа, она лучше читает комментарии, более подробно. Говорит, приехали на рыбалку, чтобы пожрать. А здрасте, блин, мы что, голодные должны целый день быть? И так мы кушали уже в 3 часа дня, да, кажется? Да. Это я первый раз кушал. Так что мы должны так плохо на рыбалку? Мы что должны, залезть в воду по шею, сидеть, не кушать? Ну, если рыба не ловилась. И, кстати, не ловилась вообще. Там людей было много, рыбаков. И прикармливали, и полведра кукурузы туда отправили. Человек на наше место пришел в начале, где мы были в начале, он пришел, он полведра кукурузы закинул. Такая у него бомбочка была. Там он туда берет кукурузу, закидывает. Резиновый мячик. Да, ему уезжали, уже темно было. Ни одной, но не понял. Там у него такие сигналки офигенные, там пикают. Там такая... Там а Наташа, я за себя засняла. Наташа там ходила там... О, восхищалась раз, все да. С ним, пыталась разговаривать. Он разговаривал? Да. Говорит, ого, у вас, ну там экипированный под... Он мне удочку предлагал. Говорит, давайте я вам дам удочку, ну, чтобы легкая была. А, он сразу нам предложил еще вам дать одну удочку. Ну, видно, что помешанный человек, да, на этом все. И ничего, вот представь, полведра кукурузы. Ты представляешь, сколько это, ну, это же денег стоит, наверное, кукуруза, блин. Он же не у себя на поле насобирал. А я тоже, 15 деревень и очередной раз и выкинул. После нее полведра кукурузы, твоя... Червячки мои. За 10 деревень твои беляши. Или как они называются? За 15. Опарыши. Так, значит, едем в ВТБ. Решил я попробовать новый жанр, новый старый жанр. Обзоры в магазинах. Самый популярный взял. Сначала в «Аврору» зашел, еще даже, не знаю, статистику, как там, хорошо посмотрели, нехорошо. Но это первые пробы, тяжело дается. Сейчас мы в АТБ, по популярности будем. Потом у нас какие еще есть магазины интересные, где недорого и интересно. «Сенсей», да, вот этот? Ну, одежды, да. Что еще? Блин, ну есть. Ну, я понимаю... Да. Я понимаю, надо, чтобы это было недорого. Да, потому конечно. Что, я так понимаю, нас миллионеры не смотрят. А если мы поведем так, вас... Миллионеры вообще не смотрят интернет, да. Я думаю, тиктоки, вряд ютубы, ли будет интересно в Пуме костюмы по 3500 спортивные, да? То есть, ну, смысл. Ну да. Ну, магазины есть, Сильпо, АТБ и мне так вот далее. Это Анди. Варус, Анди, да, Анди, вот есть. Анди, кстати, я у даже меня там племянника брата одевает. По району буду смотреть у нас. У меня на районе Аврора, Анди. Траш есть. Ну, для кого девчат, Траш интересует? Может, Ева, Траш. Ну, это Ева, кстати. Продукты, да. У нас Ева есть на Северном? Продукты
простор точно я увидела. Что-то кстати, есть там. Домовичок. Ну, да. Сделать кучу всяких безделушек, где можно, ну, что-то нет. интересное всегда найти. Ну, мы даже между собой бывает, там, брат что-то купит, приходит, хвастается, я бегу. Папа побежал сразу, там, какую-то лампу интересную. Вам бежал. Хорошо, вы в городе живете, вам есть куда бегать. Я в городе? Да. Ну, короче, как-то так. Так что такое, все желтое у нас, все красивое. Все в пылюке. Чуть-чуть вышли на связь, жара у нас, очень... жара, дышать нечем. Жара, да. Чувствуется, как дышать, прямо кашель. Я на улице вообще сегодня не разговаривала и видео на улице не снимала, потому что такое впечатление, что пылью сразу забивается, вот там и небо, и все. Я такая, рот закрыла и пошла. Так что такая обстановка. Пишите, как у вас обстановка в ваших городах по Украине. Что там у вас? Такое же сегодня? Или же было? Смотри, какие машины все запыленные. Погода какая? Откуда вы? Как у вас? А мы в АТБ. Следующее видео смотрите из АТБ. Это завтра уже будет. Походим, посмотрим, что-то купим, что-то надо, что-то, может, знаем, какие-то у нас есть товары, которые мы все время покупаем, да? Может, какие-то товары, которые я увидел в каком-нибудь там ТикТоке или в Инстаграме, люди, бывает, показывают, интересно. Вот я паштет хочу тут купить, сейчас, если я его найду. Сейчас мы тебе купим паштет. Есть вот такие, да, такие блогеры, типа, которые покупают, ну, и советуют, да, говорят, вот всю жизнь там вот она, я там на одну такую попал. Она, кстати, тоже по Аврорам и... Что он только что это тут я говорил? Не Айди, а второй какой? Сансея находит. Ну, интересно смотреть. Мне это нравится. Пишите, как вам вот эти обзоры. Ну, ладно, все, пошли. Всем пока, хорошего дня, мирного и тихой ночи, мирного неба. Всех приглашаем. Пусть лучше оно будет такое желтое в песке, да, но ладно, мирное. Да, ладно, мы в масках походим. Все, да. Маски будем надевать сейчас? Мы же в АТБ сейчас. Ну, ладно. Не будем, конечно. У меня маска старинная, смотрите, что на ней написано. Что?